каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм какашек или даже полкило. Для того, чтобы заниматься персональным тренером, приходится дома красить самостоятельные ногти. В принципе, нормально. Потому что все денежки йог. Обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, если Леша душнило. Где Юля? Все. Где Юля? Юля решила, что она похудела. Все. Я нашел ее. Юля, я нашел тебя. Юля, ты уже похудела? Да. На сколько ты похудела? Ну, примерно на пятнашку. На пятнашку грамм? Да. Или тон? И то, и другое. Так, что, сколько походила? Как начала. Ты молодец, я рад, что ты впитала. Что я сделала? Впитала. Впитала. Ты как губка. А, ну мы с Вовой делали на прошлый год. Да, делали. Впитала, что нужно начать с чего? Подготовки своего сердца, а потом суставная разминка. Мое сердечко. Но судя по тому, что ты. Да, сердечко готово. И судя по тому, что ты написала минут 10 назад. Так, так. И только сейчас ты ходишь 2 минуты здесь. Значит, ты ни хрена не запомнила. Ты просто со скуки пошла сюда, да? Ну да, получается, что так. Давай пульс померим. Включи, пожалуйста, этот измеритель пульса на своих часах. Кстати, часы очень удобная штука. Они у тебя выключились. О! Кольцо активности закрылось. Да, это не, наверное, не закрылось. Так, сейчас мы узнаем, что у нее там у Галя. Я не умею пользоваться технологией. Если вот. Бы не я. Пульсовой диапазон жиросжигающий. На этом мы с тобой через 2 недельки поговорим об этом. Пока нет смысла. То есть, как бы еще минимум 2 недельки, да? Ты думала, мы всего 2 тренировки сделаем и все, да? Ну, типа того. Кстати, мы вот, совсем 118. Совсем не представились. Ну, свет будет получше, тогда представимся. 118 рабочий пульс. С ним уже можно что-то делать и начинать тренировку. Пойдем? А если... Отдай мне свою карточку, чтобы ты ее не потеряла. И телефон, чтобы ты на нем не играла во время нашего занятия. Пойдем. Ну как же так? Ну как же так? Фак. Так, сейчас мы, кстати, проверим, как Юля запомнила суставную разминку. Я ничего не запомнила. Тогда фантазируй, я потом посмотрю, пока я схожу за водичкой. А ты остаешься с ней. Пожалуйста, в зону разминки и разминаем. Суставная разминка. А... Ну, пока Леша нас покинул, можно говорить о нем гадости. Есть такая песня «Некрасивую тебя сделаю красивою». Это вот получается то, что Леша будет делать. А ты будешь честно снимать, да, чтобы он правда потом посмотрел, как я нифига не запомнила. А я ведь не запомнила. Представить, что я тренер? Слушай, если я представлю, что я тренер, то, скорее всего, я буду показывать, как нужно есть. Вот что я могу. Я могу научить вас. Что-то там с руками нужно было делать еще, по-моему. Он идет. Я вижу, он идет. Он подглядывает. Чего? Крутит она, вертит. Чего там? Все, что запомнила. Как покрутить руками? Это все, что я запомнила. Так, тихонечко и открутим руки. А? Держи. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Ты можешь поставить туда и начнем суставную разминку нормально. Ну доел. Главное, опять неправильно все. Итак, сделала. Давай поздороваемся. Это уже вторая тренировка. Юля похудела ровно на 15. Я тебя как настоящего актера учу ловить свет. Вот, если учи тебя меня слепит, свет. Если тебя слепит, значит ты в свету. Самое замечательное, что можно делать на тренировках, это обмениваться опытом. Получается, я ее похудел на 15 грамм, она мне учит ловить свет, как правильно. Всем привет! Второй выпуск. Мы похудели на 15 грамм. На следующей неделе мы сделаем InBody. InBody – это состав тела. И посмотрим, из чего ты состоишь. Ну... Как ты думаешь, из чего ты состоишь? В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм какашек или даже полкило. А во взрослом человеке там его, конечно, давай так, что даже целый человек говно. Я обязательно солью. Прямо сейчас вы увидите нашу переписку с Юлей, где она написала, что то, о чем я говорил на первой тренировке, так и есть. Все болело, но не так сильно, как... А, ты про это, остальное не сольешь? Ну ладно. Ну про какашки не буду. Почему-то у меня какашки позеленели. Каждый раз. Она написала, что ничего не болело?
А, ну, значит, нет, посмотришь, я сказала, что посмотришь лайтово второй было. Выпуск. Это неправда, я сказала, что лайтово второй было. Второй выпуск посмотришь и все увидишь. Наклон головы вперед-назад сделала, лево-право сделала. Ручки в стороны, вперед-назад. А, вот это забыла, да. А как же мы взлетать-то будем? Ну, взлетают не так, взлетают вот так. Ну, подожди, сначала Слушай, режем воздух, летают. А потом взлетаем. Теперь взлетаем. Умничка, предплечье. То, что ты должна была ощутить, не острую мышечную боль, это залог хорошей, хорошо проведенной тренировки. Казалось, сильно устала, казалось, все, больше ничего не будешь делать никогда. Сегодня, кстати, день ног, ты спрашивала. Нет, пожалуйста. У нас не делится дни на дни ног, дни жоп, дни верха, дни пуза, там нет такого. Да, мы все время то есть работаем я буду страдать совсем. Всегда полностью. Пострадай меня полностью. Да. А оптимальное количество тренировок именно силовых в неделю для твоей цели это 2. 12 тренировок. Остальное это интервальное кардио, уже разжигающее в вкусовом диапазоне. Но это когда вы работаете. Ноги широко. Ну, самое скучное, конечно. Наклон к одной, в центр к другой. Вот это вот сейчас будет очень сложно. Мы это и делаем, делать. Чтобы вот это было проще потом. А попробуй динамично. Такая типа, ха-ха, ничего не болит. Как будто бы. И умерла. Серьезно. В центр. Вы заметили, да, что на прошлой тренировке у нее была лучшая растяжка? Интересно, почему? А я сейчас тебя посажу еще в полный сет, ты помнишь это? Я помните, в прошлый раз говорила, что это не моя идея, и я против этого. Тебя заставили, да. В принципе, это был первый кадр в первом выпуске. В принципе, я готова быть жирной. Да, все вот так. Это как мем с планкой, да? Сколько времени прошло? 15 секунд? Я остался жирным. Да, типа. Садись в полный сет. Погодь, надо ноги сдвинуть хоть. Семечки взяла, полузгаем. Движение тазом вперед-назад. Угу. Помнишь, да? Таз – это бочка с водой. Ты знаешь, что люди состоят из воды? Ну, то, смотрела, что бочка, да? Это ну, в моем случае. Это «Игра престолов» смотрела? Ну, конечно, «Игра престолов». Помнишь фехтовальщика? Лево-право. Люди состоят из воды, хвостика Маша. Люди состоят из воды, их протыкаешь, вода вытекает, они... Так, наверное, нельзя. А я еще смотрела, пик доктора Хауза. А ты видела турецкого доктора Хауза? Слава богу, нет. И российского тоже. Подъем. Подожди. Садимся. Колени внутренно. Только с Юлей у нас такое количество... Ну, потому что контент для взрослых. Ну, хорошо, что ты... Нет. Взрослые не ругаются. Взрослые не ругаются никогда. Ну ладно, просто говорят, как ругаются. Есть. Подъем. Подъем. Ну, погодь теперь. Ждунь. Кайф. Из этой позиции колени. Ты запоминай сейчас, запоминай, потому что в следующий раз я приду, а куда ты побежала? Он меня не догонит. Туалета там нет. Помнишь этот ярлаш? Поле такое ледяное, чувак идет с штукой, которая дырки да, делает. Да. Здесь нет рыбы, и здесь нету. Это хоккейное поле. Он сегодня вечером воспоминает сериалов там и всякое такого. Знаешь, как-то развлекать людей. Колени внутрь. Наружу. Как это внутрь? Как это внутрь? Наружу. Это как? А почему даже здесь да, внутрь? Ты что, ебать сегодня? Да. Ладно. А ты думал? Продолжай. Ты думал, я всегда буду такая девчушка-веселушка, как на первой тренировке? Я а не вот ожидал. Нет? Не ожидал такого. Погоди, откровения от тебя на сегодняшний день. Я еще худею. И что? И все. Еще на 15 грамм. 30 да, будет уже. Я вообще уже стройняшка. Я вижу. На самом деле, ну давайте, не только юмор здесь будет, да? Но твое тело адаптируется. То есть мышцы раньше не использовались так активно, и они не накапливали питательные вещества. Под кожей очень много всего, что нужно мышцам. Можно остановиться уже, успокоиться. Сердце, например, там, сердце. Легкие. Сердце всасывается в мышцу. Да-да-да. Ты говоришь, под кожей много всего. И поэтому сразу эффект не от чумовой сильной тренировки, когда ты там, помогите мне, а когда ты просто ощущаешь мышцы, да, они побаливают, но не сильно. Этот эффект создает, что организм не переходит в стрессовое состояние и накапливает в мышцы все, что есть под кожей. Поэтому ты сразу теряешь в объемах. Поехали делать... Обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, если Леша душнило. Если, ну, да что такое-то? Это же не только развлекательный, но и познавательный контент. Я думала, пожалуйста, я думала, прошу вас, ваше любимое упражнение называется No Gip Your называется... Extension.
Называется Юля Коротконожка, и Леша об этом знает. Ну, там есть циферка один для сильно длинных ног. Руки под грудь, лопатки сложила. Блин, знаешь, локти. Анекдот про... Давай потом анекдоты. Блин, сначала а подход. Можно все подход. Поехали. Угу. И выдох наверху не забывай. Вдох, выдох. 16 движений делаем. 7. У нас вот так вот скучно будет. Я просто считаю, поэтому не могу разговаривать. Слева хуже работает. Сейчас будем активировать. Она болит сильно. Бицепс бедра активировать будем. Он все, молодец. Болит. Ты можешь вылезать оттуда. И сейчас тебе очень понравится упражнение. Ну давай ты не будешь кидаться громкими словами, типа тебе понравится упражнение. Я всегда это говорю, тебе как понравится. Я всегда говорю, как есть. Если тебе упражнение не понравится, я говорю, тебе не понравится. Мне пока что ни одно не нравится. Сегодня также в разминку у нас включены два упражнения. Первое, оно у тебя подготовит заднюю поверхность бедра, болит. А второе разомнет твои колени. Почему? Потому что колени, суки, которые используются постоянно, да. И они должны быть здоровы. Упор лежа. Сейчас надо снова готовить панджаби МС. Опускаешься через бедра, ложишься на грудь, подняла корпус, вскинула таз и прямые ножки как можно ближе к рукам. Раз. И откинула назад. И снова вниз. Поехали. Он сказал, что мне понравится это упражнение. Давай, 6 движений. Есть. 3. Ну, у нас эфирное время ограничено часом, поэтому ты можешь немножко... А что, первый канал больше не дает? Поинтенсивней. На первом канале очень дорогое эфирное время, поэтому мы взяли всего 15 секунд. Последний. Умничка, можно вставать. Как себя чувствуешь? Ну, говенно, конечно, как еще ну, я могу воды, себя чувствовать во время тренировки. Ладно, все. Я помню конец предыдущей тренировки, как Юля, как ты себя чувствуешь? А что ты думал, я скажу? Как-то по-другому? Ну, я так понимаю, ты не теряешь надежду на то, что ответ изменится. У меня есть много историй из моей практики, так как я в этой сфере немножко недолго, всего 13 лет. Там были такие приколы, типа, мне надо просто починить колени. Просто починить колени. Полгода проходит, корпоратив, может, мы баночку вычнем, ну, чтобы побольше руки были. Вот такая история. Я же не говорила, что это плохо. Я говорю, что... Во время тренировки ты чувствуешь себя плохо, это неизменно. А я историю-то не рассказал, чтобы тебя переубедить. А просто рассказал историю. Бросай, у нас второй подход. Так. Нога что? В чем? Нога. Да хватит, у меня пиков на тебя лимитированное количество. Смотри-ка, что. Давай, залезай. Экранное время лимитированное. Ручки под грудь. Пики лимитированные. Подмышки поправили, голову чуть-чуть опусти. Угу. Пауза. Мы здесь какую-нибудь мелодию вставим. Усиление такое. Это заставляет меня быть скучной. А? 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 Что? Где? Еще 3. 2. Последний. Голову чуть опусти. Выдох. Молодец. Переходим. Поехали. Заряженные. А ты что такое носом сделала? У меня уши, ну, у меня, видимо, вылетает барабанная перепонка. Вылетает барабанная образом... перепонка. Ты ее ловишь всегда? Я ее таким образом ставлю на место. А, ты ставишь на место барабанную перепонку. Да. Видите в виду? Поехали. Раз. Может, надо так издеваться над толстой, 2. Старой женщиной. Мы тут не говорим старое, мы говорим не новое. Мы уже не новые. Понимаешь? Не новый, Леша, это ты. А я старый. У нас разница-то всего ничего, 15 грамм. Последний. Молодец. Сколько раз ты еще? Ты вспомнила на этот раз? А? Все? 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 Джули, ты помнишь, да, что мы по 2 подходика делаем первые 2 недели, так что у тебя есть... Возможность время порадоваться. Время похудеть еще на 15 грамм. Еще 15 грамм. Чтобы потом стало полегче. Да, сейчас мы будем заниматься коленями. Мы здесь еще. Ладно. Мы сейчас будем заниматься коленями.
Давайте локацию поменяем. Пойдем. Пойдем. В центр зала. Будешь звездой. Это угловой центр зала. Угловой центр зала? Да. Это хорошо, нравится. Встаешь с краю коврика. Здесь. Да. Да. Чуть подальше. Это ножки пошире. А зачем ты отошла от коврика? Сказал чуть подальше. Я сказал ножки пошире. А до этого ты сказал чуть подальше. Я отойду чуть подальше. Ну ладно, окей. Сели. Коленочку в пол. Вернула. Вторая. Вернула. И работала. Таз ниже. Это слишком. Так мы позволяем нашим тазобедренным и коленным суставам чувствовать себя немножечко похуже, чем сейчас есть. А в итоге что происходит? Происходит укрепление. В итоге Юля умирает медленно. Вот что происходит. Это что-то скрипит? Последний? Последний. Молодец, отдыхай. Юль, чем ты занималась вчера? Да подожди ты, не надо. Чем ты занималась вчера? Ты думаешь, я шучу, что ли? Я знаю, что ты не шутишь. Я вчера ногти красила. Покажи. О, нифига. Некрасиво получилось. Закосячила. Ну, и матовые, и глянцевые. А, где... а ты сама красила, что ли? Да. Вот смотрите, для того, чтобы заниматься персональным тренером, приходится дома красить самостоятельно ногти. В принципе, нормально. Потому что все денежки, йок. Все денежки куда? Кармашек, кармашек. Леша карточку забрал у меня. В начале тренировки карточка все видели. Карточка фитнес-клуба Спирит? На нее денег мало? Да. А когда, Леша, скажи, пожалуйста, а когда наступит день? Завтра. Это понятно, это про завтра. Про завтрак. А когда наступит день, когда я вот так вот буду ходить по залу? Типа я такая широкоплечья. Ты же хотела похудеть, а не... Нет, ну это же синдром человека, который пошел в спортзал. Такой, три тренировки было. С автобусом, да, вот эта история? Да. Это когда мы тягу сделали. Такой мелкий. Тягу верхнего блока сделали. Давай мы сейчас... Ты сейчас можешь, кстати, вот так ходить. Я после этого вообще ходить не могу. Я тебе секрет открою, даже встать не могу. Начинай. Садимся. Не нравится. Не нравится? Нет. А ты ей тоже не нравится. Раз. Есть. Четыре. Пять. Прямо сейчас напишите, сколько она сможет сделать комментариев. Дядя так смотрит, как будто что-то неправильно делаю. Кто смотрит? Дядя. А дядя сам не знает, что делать. Последний. Хорошо. Молодец, отдыхаем. Помогите, помогите. У меня дома на следующий день после тренировки у меня любимый говорит... Вышла черепаха. Ну, это я думала не рассказывать, но раз ты рассказал, ладно. Придется слить даже переписку. Я каждый раз, когда пыталась там что-то перевернуться с бока на бок, любимый мне говорит, Зай, такие звуки издаешь, как будто птеродактиль умирает где-то. А я правда... Мы, кстати, сделали два подхода, ты заметила? Видишь, как приятно с... Понял, ладно. Выделываться рано еще, да я-то слышу тебя. Ты меня слышишь? Конечно. Я ничего не говорил. Перепонку на место поставила, все нормально. Кстати, в прошлый раз ты спрашивал про травмы. Я забыла тебе сказать, что... Что у тебя нету почки. Нет, они пока что, слава богу, есть. Под вывих копчика. А, у каждой современной девушки Жопу есть... вывихнула. Да, есть. Очень интересная история. Называется «Я упала когда-то на копчик, и, скорее всего, он у меня под вывихнул, поэтому иногда у меня болит где-то там». У меня не «скорее всего», у меня диагноз такой у врача была. До свидания. Тоже мне. Если она найдет, я прикреплю эпикриз. Да, эпикриз хорошо. Эпикриз и заключение. Могу прямо сейчас открыть? В медкарте. Пойдем. Я пока не могу отдышаться, пожалуйста, пощади. Становая? Нет, тяга на коне. Говно. Какая становая? Ты сказала, ноги болят у тебя. Ну, ты хочешь, чтобы у тебя ног больше не было? Нет, а я люблю просто. Ну, что делать? А, тогда начнется это движение со становой, чтобы ты порадовалась немножко. Как-то это звучит. Обратный хват. Подсели, взялись средними пальцами по рискам, распрямились. После этого наклон и выполняем тягу в наклоне.
Тягу на наклоне очень грибную, хорошо. То есть. Грибную, в смысле, от слова грибы? Слово грести. Почему не хлебное? Не знаю. Поехали. Можно, не надо? Можно начать упражнение? Какой душнило вообще. Душнило? Вот так, когда буду ходить. Я не все слышу, что ты говоришь. Вот так, когда буду ходить, вот так вот. А, ну тебе надо как минимум закудрявить волосы. Уже? Не только на... Все, хватит. Ну что ты меня отвлекаешь? Можно я, пожалуйста, тренироваться буду уже? Да, такая становая... Одна стопа между ног. Одна стопа между ног. Усенька? Умничка, колени чуть согнула. Power position. Мы изучили на прошлом. Что такое power position, вы сможете посмотреть в предыдущем ролике. Пока я тут наклон. Стою со штангой. И подтягиваешь к низу живота. Умничка, да, все хорошо. Голову чуть-чуть опусти. Работаем спиной и смыкаем лопатки в средней части. Угу. Кажется, я сейчас смогу сама себе лечить. Обратите внимание, что уже вторую тренировку мы тренируем все тело. Это нужно для того, чтобы максимально много мышц активировать, чтобы они участвовали в работе и, соответственно, наш метаболизм, то есть двигатель, который управляет нашим организмом, который систему восстанавливает, чтобы он начал работать на максимум. На максимум. Мне кажется, я сделаю уже раз ставим. 40. Можно бросить. Ложишься на спинку. Алёша сегодня душнила. Алёша душнила. А у тебя новая фишка сегодня. Ты, наверное, просто подустала немножко, да? Какая? Алёша душнила называется. Ну, потому что Алёша сегодня и правда душнил. Ты не заметил? Ну, слушай, я по знаку задевака. Ты по знаку зодиака задевака? По знаку задевака я задевака. Руки у ушей. Нет. Руки у ушей. Нет. Мы не ежика делаем. Не... Что-то похуже. Ножки согнула, стопами на пол поставила. Угу. Теперь подняла голень обеих ног. Да. И сейчас протыкаешь людей впереди. Нет, протыкаешь. Ты туда распрямляешь ножку вторую, распрямила. Да. Только вдоль пола, пожалуйста. Да. А ушки вот так вот в сторону отведи. А мы кадр сюда направляем, чтобы просто было весело. Протыкай людей. Их много, тыкай много людей. Ну перестань, тут сплошной пи будет. Ходите тут накачивать. Придется музыку погромче сделать. Со своими этими бицепсами. Давай, еще 30 повторений. Ты угораешь из-за меня? Давай работай. Какие 30, ты что? Я уж спину чувствую. Ну, вспоминаем «Игру престолов». Ты здесь тыкаешь же. Они вытекают и умирают. Сейчас из меня что-нибудь вытечет. Все, молодец. Не, перестань, ничего сложного не было. Чувствуешь, да, как адаптация прошла быстро? Первая тренировка прошла, и ты уже такая заряженная. Правда? Ты правда говоришь? Сейчас серьезно так считаю? Мне кажется, я даже слюноотделение не могу себя контролировать. Я вот такая. А зачем мы тебе налили попить? Ты же можешь плакать и пить. Поливать вот так себя водой. Вот так воды и погнали. Чтобы не было видно, как я плачу. Странная женщина вообще. Но самое главное, чтобы каждый тренер верил в человека, с которым занимается. Я в нее верю. Честно, что бы она там про меня не говорила? Что ты там? Фигню какую-то про меня говоришь? Нет, я просто улыбался в камеру. Фигню какую-то про меня говоришь? Дубль. Просто. Ты далеко не уходи. У нас второй подход. Твоя любимая начинается со становой, но тяга в наклоне. Мафа. Как мы определили, она хлебная называется? Грибная. Ну пусть грибная. Тоже мне 13 лет. Почему не подорожниковая? Читай. Грибная тяга? Ну, грибная, но не вот так, вот с таким хватом она называется грибная. Да, ага. Но мы обратном же делаем. Ну, поэтому она хлебная. Обратно грибная наоборот. Надо инвертировать слово грибная. Вот так. Обратный хват. По средний пальчик. Наклон. Вот так, да? Поуже? Одна стопа между ног, power position. Не нравится, конечно. И поехали, тянем. Угу. Не торопись. Не к ушам, голову чуть-чуть наклони. Плечи опусти. Вот сюда смыкаем. Угу. Давай покажем, какую часть они должны чувствовать, если будут выполнять тягу на наклоне. Самый низ трапеции. Трапеция у нас большая мышца, она вот так вот выглядит. Угу. Вот эту часть надо чувствовать между лопаточек.
Сколько еще раз два? Надо сделать? Еще два. 15. 16. Молодец, можешь отдать мне, спасибо. Мы понимаем друг друга с полуслова. Пожалуйста, ложись на спину. И протыкаем. Люди, человеки, если вдруг вы думали, что все тренировки, которые записывают тренеры, это с подставными. Сама себя обхаркала просто. Как говорю же, не контролирую. У нас же в сценарии было написано обхаркать себя в, это, да. В этот момент. Если вы думаете, что все это с подставными, смотрите. А не делай паузу, пожалуйста. На мои мучения. Между словами или между тычками? Между ногами, между тычками. Ну, между ногами, ты знаешь, как пойдет. Пауза между ногами? Да. Еще три, еще два, еще один, еще ноль, еще минус один. Встаем, молодец. Пойдем, пойдем качаться. На качелях? Ну, размялись, погнали тренить. Серьезно? Водичку забираешь? Ты каждый день так будешь делать? Ну, сначала уничтожать меня, а потом говорить, что... А потом говорить, что это была разминка. Пойдем. Догоняй, хвостик. Вот так. И жир такой. Оп. С этим ковриком просто ходить из угла в угол. А, ты понимаешь, что в этот момент ты чувствуешь уют и заботу? Что это твое место. Оно... Ну не подавись, это у нас была тут история. Девочка пьет, у нее попала в трахею, в легкие. Да. Ты ее спас? Конечно спас, я не могу же вас оставлять тут тиранозаврами и рексами. Выбрасывай воду, погнали тренить. Вот ты надоел, честно, я сюда пришла воды попить. Я так и думал. В следующий раз не будем ей наливать, да? Спроси, как он добился таких успехов. Когда ты будешь ходить так же? Смотри. Ноги фиксируем. Руки перед собой. Так. Опускаешься назад и поднимаешься вверх. Изи. Как же... Изи вей. Запрыгивай. Я знаю, для тебя вообще классное место. Это... Как настоящий Рокки Бальбоа. А можно вообще вот там зайти. Рокки Бальбоа – это прекрасный фильм, между прочим. Все части. А кто тебе больше нравится, Рокки или Бальбоа? О, смотри, Лёх, я для тебя кое-что принесла. А есть второй? Чё, погоди. Нам же двум надо. Держи тоже. Поехали, садишься. Так. Да. Это что такое? Судорога какая-то. Можно? Спасибо. Лучше было. Поглубже чуть-чуть. До параллели приседай. Вот, ты почувствуешь бицепсом бедра, почувствуешь сзади подушку. Не подружку. Но это как пойдет, опять же. Опять же согласен. Тут не поспоришь. Юля, расскажи, как ты вообще дошла до этого? Можно в предыдущем выпуске посмотреть, как я дошла до этого. Ну, те, кто не хотят смотреть первый выпуск. Кисель. Ты пила тортики. Кисель. Тортики. Кисель и тортики. Бургеры. Пицца. Последнее движение. Картошечка фри. С мазиком. Селедочка под шубой. Кстати, вчера ел селедку под шубой. Все, погнали. А, куда мы есть? Надо, куда ты пошла? Мы здесь. Потому что, второе упражнение. Это такое? Что это такое? Что такое? Это я хочу показать тебе наглядным примером, что можно есть селедку под шубой и хорошо выглядеть. Ножки здесь, ручки здесь. Под шубой, меня все устраивает. А, что? А, трицепс свело. Давай, вставай. Получай. А ты же сейчас будешь это делать? Опускаешься вниз до таза и поднимаешься вверх. Самое главное, плечи к ушам не поднимай. Согнутый? Немножко согни, да. Но ты сильная, поэтому я в тебя верю. Можно попой касаться пола? Я касаюсь. Давай посмотрим, касается она попой пола или нет. Все, все, встаем. Самое обидное, что... Вроде как бы и хочется сказать ему что-нибудь плохое. А вроде бы как бы он как будто бы прав. Но только ему об этом знать не надо. Это в тебе сейчас демоны борются, да? Да, конечно. Знаешь, что самое неуютное в этом упражнении? Да, мы не сидим на тренировках.
Спасибо. Есть новые правила. Нет, есть. Мы можем сидеть на тренировках только в статическом стуле. Если хочешь отдохнуть, просто присаживаешься и сидишь так. Самое тяжелое в этих упражнениях — жутко болят вот эти места. Мы укрепляем. Мы используем какие-то движения, в которых есть гипермобильность суставов. Отжимания, проходки различные. Это еще так не пробовал. Вот зачем я ей рассказал, что когда людей протыкаешь, из них вытекает вода, и они умирают? А ты кто? Саб-Зиро или Человек-паук? Я Китана, конечно же. Ну ты что? Китана? Да. Китана. Wins. Похоже. Давай попьем. Ну, а то. Ой, бутылочку потеряла. Вообще, я не отдохнула. Ну так ты Китану показывала, конечно. Ты меня заговорил. А что делали мы? А, вот это. Это наша база. Ты чувствуешь комфорт и заботу, и уют, потому что он рядом. Понимаешь? Он всегда с нами. Он как третий участник наш. Залезаем. При этом ничего получается. Так. Магад. О, магад. Ручки перед собой. Грудь вперед. Никакой свободы. Никакой свободы. Просто. Жесткий тотальный контроль. Пониже можно? Вот так. Спасибо. Что, я тебя падшая женщина, что ли, пониже? Не думал, что когда-то скажу это женщине, но поглубже, пожалуйста. Значит, до этого все было в порядке просто. Если не приходилось такого говорить. Еще два. Обратите внимание, что нужно задней поверхностью бедра касаться подушки. Выходим и отжимаемся. А я тут посижу, посмотрю, вот что ты делаешь. Спасибо. Обращайтесь. Обязательно. Два раза в неделю. Ну, тогда придется и ресницы наращивать самостоятельно. Ресницы? Один глаз смотришь, второй наращиваешь. Кстати, хороший способ. Приходишь в клуб, платишь деньги тренеру, и денег не остается до еду. Комбо. Аккуратнее там, да? Нам еще нужен наш оператор. Сколько раз ты делать? 12. Это 13 было. 13. Продолжай, пожалуйста. Могу. Она 16 движений. И пойдем дальше. Пойдем дальше тренироваться. Все, как ты любишь. Да, последний. Правда. Да и хватит. Молодец. Умница. Нет, и мы... Не, я понял. Я тебе сказал, что нельзя сидеть на тренировке. Ты решила лежать на тренировке, да? Да. Можно? Мне кажется, этим мы закончили прошлую тренировку. Это а, просто... еще знаешь, зачем коврик? А-а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 . Вот источник. Так, тихонечко, ой, все. Ой, все спасибо хорошо. Большое, Леш, полежи. Спасибо. Пойдем. Как в комеди-клубе было. В комеди-клубе? Да. Или в комеди-клабе? Вообще пофигу, ты че хоть. Ну тогда китана и кутана и китана тоже... И китайна. 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 Тоже без разницы как. Здорово. Как дела? Из точки ад в точку Б едет старый ржавый механизм и кровоточит. Смотри, на самом деле у нас уже есть точка А и точка Б. Точка А — это ты, и точка Б — это ты минус 15 грамм. Вообще, уже где-то 30. А, с сегодняшней тренировкой, да? Конечно. Слушай, ну если мы пойдем по экспоненте, глядишь, через 4 недели тебя не будет вообще. Можно нет. Так, тоже центр. Я могу бутылку поднять. Слушай, ну можно же воспользоваться бедром. Сейчас я приду, жди меня. Бежим, пока он не видит. Бля, серьезно, он мне гирю несет, серьезно? 32 или 16? Ну, ты же у нас не первую тренировку пришла, а вторую. А, ну поэтому... да. А, 8. Действительно. На ну, что действительно. Ты надеялась, я не понимаю. На первой было бы 4, да? Смотри, сейчас мы будем делать очень изящное многосуставное координационное движение. Что мы как? Какое? Что? Многосуставное. Многосуставное? Координационное. Суставное или составное? Координационное. Так, ну так все-таки суставное или составное? Ну то есть составляет или от слова суставы? Составляет суставы. Ну, время, состо-суставное. Состо-суставное. Угу. Берешь в одну руку, вторая у тебя в стороне. Опускаешься на одну ножку. После этого делаешь перехват.
и на другую. Ручки постоянно в стороны. Угу, понятно? Изящно. Двигаешь тазом, добавляешь ручки. Фонарики. Фонарики, фонарики. А, я же в субботу сходил на шаффл. Я теперь умею танцевать. Я же видела в Инстаграме. Вот это вот. Только здесь не скользит. Я сразу вспомнила, видел? В интернете тетенька в таком платье, моих форм, только в 4 раза больше обтянута вот так вот, как 4 раза колбаса. Больше платья было? Или? Колбаса вязанка вот такая вот. И она тоже там танцевала вот так. Вот как а как это со мной связано? Ну ты сейчас просто так показал. Как раз очень похоже было. Все люди с плохой самооценкой смогут сказать, подумать, что она назвала меня вязанкой. А какая фирма? Останкино. Почему Останкино? Потому что вот так. Ладно, время. Сегодня вот так. Как так, беру, ножки пошире, сажусь, ножки перехватываю. Ножки щит. Пошире. С координатой. Ручку вверх. Правую, оп. Ручку правую вперед, оп. А потом ее назад, а потом опять вперед. И немножко потрясем. Давай так. И танцуем буги-буги, поворачиваем круги. Бери в одну руку. Что? Что? Гири, вот возьми, пожалуйста, назад, одну руку. Это сюда? Так. Да. Руку в сторону. Вот так. Прямые колени. Так. Теперь с этой рукой опускаешься вниз на левую. Так. Да. Потом перехватываешься. Хопа. Таз сзади у тебя Хопа. Всегда. Дотягивайся до пола. Дотягивайся до пола. Сзади. Мне кажется, у нее изящнее получается, чем у меня. Ну-ка, давайте сравним. Просто изящные лани. Ты давай не проколи меня своими ногтями, которые ты сделала, потому что так. Они коротенькие. Коротенькие? Да. Колено в сторону дави, в сторону носка обязательно. Вот так уже сложнее. Вот люди, да, зашли посмотреть ролик, думают, ну сейчас будет тренер рассказывать про упражнения, показывать какую-то технику, там мышцы какие работают, а мы тут ржем только. Катана, китана, кутана. И танцуем. Все, молодец. А что такое было? Это в конце, это что? Поворачиваем круги. На самом деле, обычно всегда все тренировки практически так проходят. Самое главное, чтобы вам было весело. Почему? Потому что основной залог того, что вы вообще придете второй раз, и третий, и четвертый, и пятый, чтобы вам нравилось то, что потому вы делаете. Потому что пока вы смеетесь, вы не замечаете, как вы умираете. Если вам нравится плавать, плавайте. Если вам нравится бегать, бегайте. Если вам нравится попробовать себя в каких-то единоборствах, единоборствуйте. Если хочешь идти, иди! Если хочешь забыть, забудь! Авторство. А коврик-то у нас не просто так. Ложись, пожалуйста. Встаем в упор лежа. Встаем в упор лежа. Встаем в упор лежа. Скидываем таз и касаемся противоположной рукой голени. Нет, я не люблю. Давай, поехали. Китана. Китана. Кисть. Ой. Вот плечом. Это было естественно, да? То есть ты даже не дурачилась? А что происходит? Без комментариев. Немножечко истерики. Я понял, давай. А теперь будем работать. Кисть поставь под плечо, потому что если ты поставишь дальше, вот как раз это и происходит. Тебе тяжело становится. Обязательно плечо над кистью. Давай. Все, поехали. Мне так больно. Где? Вот эти. Я вот понимаю. Эти, ну, вот эти больно. Мы укрепляем вот эти вот штучки, дрючки. Называется лучесопястный сустав. Если уже он отъедет... демоны какие-то из него выходят. Еще 15 грамм полетело. Два. Хорошо, три. Четыре. Давай до восьми. Мы сможем. Шесть. Шесть с половиной. 6,75. 8. Молодец, отдыхай. Ну, неплохо. В следующий раз приду с такой майки, чтобы так... Вязанка? Да. Мы теперь это будем называть одним словом вязанка. Да. Вязанка – это я. Теперь мы связаны вязанкой. Связанные одной целью. А, я понял. Скованные одной цепью. А группа какая? Наутилус Помпилиус. А что ты сразу вспомнила? А не должна была? Могли бы погадать я все вместе. Я просто гораздо старее, чем ты. И смело могу говорить, что это... Вы помните, что мы не используем, мы не старые, что мы уже не новые. Вы помните, что мы уже определили, что это он не новый, а я уже как бы... Я уже как бы... А, я уже как бы... Как бы. Давай переходи, уже работаем. Уже как бы работаем, понимаешь? Мальчик, мы домой летим, водочки нам принеси.
Водочки тебе принести, давай. Да. Приседать начинаем на ту ногу, на которую закончил. А? Ты молодец. Ты запомнила то, что это очень важно. Нога, с которой мы закончили, с нее мы начинаем, потому что упражнение асимметричное. Прям тебе... Плюс. Я думал, когда ты закончишь шутить. Вот. Мы всех бесов выгнали из нее. А ручку вот и нет. Ручку левую. Макароны, макароны с кетчупом. А потом говоришь, что у нее подвернут копчик и что-то там болит. Давай, работай. Подвы. Угу. Раз. Переборщила, да? Маханула борща. Можно ножки сдвинуть чуть-чуть? Давай будем работать, мы же серьезная компания. Название моего домашнего видео. Скидишь домашнее видео, хоум-видео свое, как ты готовишь борщ с селедкой под шубой. А где ты берешь красную воду? Да-да, мама, где брать красную воду для борща? Еще два. Один. Молодец, ты сейчас плюнула даже не в себя, а в меня. Все-все, пойдем туда. Ты молодец, я тобой очень горжусь. Я тобой тоже. Ты заметила, как тренировка подошла к концу или нет? Потому что это последнее упражнение. Правда? Давай, поехали. 8 движений красивых. Оп! Чьи красивых? Изящных. Молилась ли ты на ночь без бидона? Без бидона еще как? 11, 12, 13, 14. Попу можно пониже? Да, конечно, она такая здоровая. Колени не сгибай. 17. Возвращай ее в исходное положение. 228, 229, 379, 64, 15, последний 0. Круто. Не очень-то ты мне нравишься. Так получилось, не срослось. Твоя любовь, моя награда. Давай. 777, 777, 2, 0. Молодец. Все, Юля, ты молодец. Я тобой горжусь. У тебя сейчас 2 часа 40 тысяч минут на дорожке. Бегом. Чтобы еще 15 грамм потерять. На скорости 99,9. Ты молодец, ты выдержала. Эффект будет примерно такой же. Мышцы сильно болеть не будут. Давай попрощаемся с ребятами. Ребята, вы посмотрели еще один выпуск. Прощайте. Я надеюсь, вам нравится. Я надеюсь, что с Юлей тоже что-то поменялось. Так, ну началось. Раньше времени. Юля, ты большая молодец. Увидимся с тобой. Никогда. В следующем выпуске. Никогда вас устроит. Кстати, если выпуски прервутся, знаете, Юля просто, ну, слилась. Нет, неправда. Это значит, что Леша не выдержал моего потрясающего, нескончаемого энтузиазма. И просто такой, все, я больше не могу тебя тренировать, я устал. Нет. Да. Пока-пока. Пока. Пока. Прощайте. Прощай, ничего не обещай. Ничего не...